вот он, поселок Дубки. Так, указатели. Сейчас посмотрим. Нам нужно на смотровую площадку. Так, пока мечеть. Не вижу пока ничего. Ну, поехали. Сейчас будем искать. И вот он, Сулакский каньон. Виднеется. Красота неописуемая. Просто вообще. Дагестан, территория туризма. И здесь центральная смотровая площадка, главная, с видом на Сулакский каньон. Классно. И вот мы на знаменитом Сулакском каньоне. Вы представляете, его глубина 1920 метров. Это самый глубокий каньон не только в Европе, но и во всем мире. Он на 63 метра глубже, чем большой каньон в США. А протяженность этого каньона 53 километра. Посмотрите, какая красота. Вон наверху осталась основная смотровая на Сулакский каньон, а мы спустились чуть пониже. И здесь вид еще круче, чем сверху. Вообще классно. Вода такого цвета, прям бирюзовая-бирюзовая. Это все смотровые площадки на Сулакский каньон. Сверху люди спускаются и вот с этих вот мест смотрят. Хотя там написано, что обрыв, проход запрещен. Но там виды просто потрясные. А теперь мы хотим подняться вон туда наверх, посмотреть на Черкесскую ГЭС. Вышли еще на одну смотровую. Одна смотровая круче, чем другая. Просто вообще везде виды. Вода бирюзовая-бирюзовая. И отсюда уже открывается вид на Черкесскую ГЭС. Посмотрели мы Сулакский каньон, нам очень понравилось. Это просто потрясающие виды, обворожительные, просто захватывающие. Очень понравилось, классно. А теперь мы едем в поселок Забутли.
посмотреть Сулакский каньон снизу, с катера. По пути остановились сейчас в магазинчике купить мороженка местного, дагестанского. Попробуем, что за мороженое они делают. Ну и что? Как мороженка? Смотри, вот это мороженое и вот эти три. Знаешь, сколько стоит? 30 рублей. Все, что ли? Одно? Да. Одно? 10. Ну правильно, 50, короче. Все эти вместе. По 10, а то по 20, потому что крутое. Ничего себе. Да. Классненько. По пути в Зубутли остановились на указатель родник, набрать водички, пополнить наши запасы. Это недалеко от Дубков. Как ехать из Дубков в Зубутли? Вот здесь вот есть родник. Он прям по дороге, не пропустите, большая надпись. Пойдем сейчас наберем водички, посмотрим, что за вода, какого качества. Вот такое здесь место родника. Они утром и вечером здесь моют. Угу. Как нам сказали, вот это такая штука против коров. Чтобы коровы сюда не заходили и воду не пили из родника общего. А для них сделаны специальные такие водопойные ванночки. Вот здесь и можно пить. Интересно придумали. Ну, сам родник выглядит вот так. В скале так вот вода течет. А так здесь вода течет вообще там. А вот и бегут на водопой, они прям бегут. Ой, скорее попить. Жарко. Это бык в конце, да, за ними? Наверное, мама, папа и теленок. Все, добежал. Мамка пришла, надо уступить место. Ой, прям копытами. Так, пастух пригнал стадо на водопой. Вон они пришли, прямо целое стадо. И купаются, и пьют. О, вообще счастье. Отгоняют, глянь. Один другого вообще бодается прям. Деловая колбаса. Че бодаешься? Самая наглая. Всех отогнала, глянь. Ну да, строечка маленькая такая прям. Потихоньку течет. Сейчас водички наберем в запасе. И здесь работает зиплайн. Катаются люди. Прикольно. И народу полно на роднике, и коров толпа. По пути в Зубутли невозможно не останавливаться на каждой смотровой площадке. И вот мы опять остановились на месте любви, качели любви. Раньше здесь были качели, на которых можно было кататься вот тут над обрывом, а сейчас их убрали. И тоже такой вид открывается на Сулакский каньон. Класс, красота. Повернули на Зубутли. Виды здесь потрясающие. Колесо обозрения, да, работает интересно. А вон каньон внизу прям. Вон каньон протекает. Вчера здесь вечером ехали уже, темнело. Тоже было очень красиво на закате, но сейчас вообще классно. Голубая вода. Переезжаем в Сулакский каньон. А вот там люди купаются прям, смотри. Значит, можно купаться. Но там такое течение. В общем, такая история. Поселок Зубутли не пускают напрямую. И нам надо ехать в объезд. В объезд дорога, сколько тут показывает, 30 километров. Час 15 ехать. Но мы решили все равно ехать, потому что на катере покататься очень хочется. Местные зазывалы, конечно, там достали. Все нас тормозят, все чуть ли перед машиной не падают. Остановитесь, поехали с нами на джипах. Цена у них заоблачная. Начинается от 6500, это вот минимум, что нам сказали. А так и 7, и 8, и 9 даже звучало. То есть они довезут, на катере покатают и обратно привезут. Ну, это чересчур для нас, так что мы едем сами, своим ходом. Сулакский каньон налево. Дорога вот такая, подсыпанная гравием. Вы верните налево. В принципе, нормально.
нормально ехать, ям больших нет, но только очень медленно получается, быстро тут не разгонишься. А так, в общем, вот такая ровненькая гравийная дорога. То, что там говорят эти зазывалы, не верьте, все нормально, можно проехать. Ездят разные машины, и джипы, и не джипы. Ям больших нет, вполне сносная дорога. Попадаются сюда местные мадамы. Вон они, побежали в обрыв. И станут и смотрят, что вы тут типа ездите такие. Правильно, они всю жизнь живут, а вот приехали. Да, приехали, приперлись, с дороги нас прогоняют вообще. Хамы такие. И стоят такие, в недоумении. Коровки везде пасутся. Ну да, у них тут травка сочная, зелененькая. Добрались мы в Забутли. Вот здесь такая стоянка катеров. Сейчас выберем катер и поедем кататься. Все, мы поплыли.
посмотрели мы Сулакский каньон и сверху, и снизу, едем обратно. Как вы поняли, туда мы ехали, вокруг, по объездной дороге. Ну, вначале мы говорили, все было супер замечательно. Про дальнейшую дорогу, километров последних где-то 10. Ах, качает сильно. Я такого сказать не могу. Было страшно, ужасно. Мы думали, что вообще оттуда не выберемся. Обратно сейчас решили поехать по нижней дороге, по которой обычно всегда пускали людей. Почему сейчас такие правила не пускают? Странно очень. Ну, в любом случае, пускай нас выпускают, потому что по той дороге мы обратно не вернемся. Там что там огромная гора, туда-то мы хоть спускались, а вот обратно в эту гору подниматься по камням, по ямам мы просто не выедем. Так что сейчас едем на удачу, на КПП, пусть нас выпускают. Едем по страшному-страшному туннелю. Ура, нас выпустили на КПП, на обратную сторону Сулакского каньона. Супер. Непонятно, почему туда не пускают. Говорят, что нормальная дорога, ну, километров 20, да, нормальная дорога, а 10 километров, это просто жесть. Над обрывом, с ямами, с камнями с огромными, просто кошмар. А обратно выпускают, все нормально. Но оно того стоит. Прогулка нам на катере очень понравилась. Была замечательная. Все, мы выехали, ура! Кому понравилось наше видео путешествие по Сулакскому каньону, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и пишите ваши комментарии. Нам будет очень приятно. А вам всем пока-пока, до новых встреч. Не пропускайте следующее видео. У нас еще будет много интересных экскурсий по Дагестану. Пока!